застели мне облака, белым-белым берега. Мы с тобой два дурака у рая, зацепились за края. У тетради на полях я не знаю, кто она такая. Прямо в сердце без ножа, не уйти, не убежать. Пусть танцует, ей не жаль полмира. Я спалю себя дотла, подарил ей два крыла, ведь она тебя взяла, я пустила. Достучаться до небес однажды и сказать ей, что я здесь навсегда. Кто ты, ангел или бес, неважно. Гори, 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 моя звезда. Я не знаю, кто она, так танцует по волнам. Беспокойная большая птица. Но когда она легка, засыпает на руках, этот мир мне тоже будет сниться. Достучаться до небес однажды и сказать ей, что я здесь и навсегда. Кто ты, ангел или бес, не важно. Наши аплодисменты вам. Давайте напомним, это роскошная девушка. Зовут ее Дарья Звездина. И она в шоу «Голос». Даша, доброе утро. Это очень здорово. Так, давайте напоминать, как все началось. Вдруг кто-то сегодня впервые вас видит. Мы-то вас не первый раз. Давайте немножко напомним. В 2022 году я подала заявку. Летом меня пригласили на очный кастинг в Останкино. И вот все закрутилось. И дальше сказали, вы в «Голосе», все. Да, ну, это не так, нет, вы в «Голосе» там не так говорят другой момент. Да. Значительно позже. Слушай, Даш, ну получается, вот просто нашим зрителям расскажем, что значит подать заявку. Нужно отправить пример своего вокала, да, рассказать о себе и потом ждать приглашения. Там достаточно много позиций. Во-первых, нужно прикладывать и видео с выступлением. Или просто как ты поешь дома. Как выглядишь, да? Там, что в целом, да, фотографии, что ты несешь именно посредством вопросов характера иного больше. Там, какое твое отношение к такой вещи? Просто ощупывают музыку, тебя как наверное. Личность. Нет? Не только про музыку, материал, в целом, которым вообще пользуетесь в жизни, да? Какие песни поете? Ведь можно, например, прислать один, да? На самом деле, может быть, оперная певица, да? Но вот, Ну или опишите самый яркий момент своей жизни. Так человек как личность тоже раскрывается, чтобы понять, насколько он будет на ТВ интересен. Ну и сейчас какой у вас этап? Сегодня будут показывать второй этап шоу «Голос», поединки. Поединки. Он подразумевает пение дуэтом участников одной команды. В одной команде по 12 человек. Я у Полины Сергеевны, нас тоже 12. И Полина Сергеевна сформировала 6 дуэтов, соответственно. Из каждого дуэта она выбирает одного, кто пройдет. Полина Сергеевна Гагарина, мы должны немножечко имя добавлять на всякий, да, вот пожарный. Вдруг кто-то чуть-чуть забыл. Слушайте, Даша, расскажите нам, понятно, что есть какие-то тонкости и секреты, наверняка заключены договоры и соглашения. Какие-то, чего нельзя разглашать. Но вот когда наставник формирует себе команду, да, вот он 12 участников набирает, да, как часто вообще вы видитесь с наставником? Как много времени он проводит с каждым из вас? Или это коллективное занятие? Выбор материала, репетиции, наставления? У каждого наставника индивидуально, их четверо, да, и мы понимаем, мы знаем, как у Антона Беляева, как у Зиверт, как у Владимира Преснякова. С Полиной Сергеевной мы виделись достаточно часто, сколько может позволять график знаменитого артиста. Вот так я отвечу.
до съемок обязательно практически каждый день. О, то есть это прям и на студии, с аранжировкой моменты надо решить. Дальше и генпрогон. Полина Сергеевна решает костюм какой. Это тоже, да? Да, то есть работаю стилисты Первого канала, но техническое задание дает, по сути, им Полина. Ну вот можно, вот я человек очень эмоциональный, и я вот своим вопросом пытаюсь понять ваш уровень эмоциональности. Было такое, что вот она подходит, и, там, я не знаю, говорит, ну давай вот сейчас выпрямимся, давай животик на опоре, раз, и ты такой... Это же Полина. Нет, такого нет. У меня такое было. На репетиции у меня такое было, но потом уже нет времени совершенно. Ну, конечно. На такие эмоции надо уже включиться, и там ты либо либо ты уже собрался и делаешь, и от этого результат зависит. Ну, один раз можно, чуть-чуть. Один она в целом понимает. Первый раз, да, она даже спросила у меня, что с тобой, что такое? Я такая, ну, вы сидите передо мной, и она такая, и что, хочешь, могу встать. Такая шутка была. Очень хорошая. Хорошо, пройдут поединки, потом будет голосование, да? Нет, следующий этап — нокауты. А, в поединках они сами выбирают наставники, кто пойдет дальше, да? Кто, да, наставник. Как бы, проявил себя... А мы можем помочь? Куда-то? Нет, в том-то и дело. Только смотрите пока. Не проголосовать? Нигде ничего? Это уже ближе к финалу, да? Потом, до этого еще... Эх. Как с вами договариваться по поводу вашей занятости? Понятно, что на этот проект попадают совершенно разные люди. Кто-то студент, кто-то отец, кто-то мать, кто-то работает, да? Да. Имеет плотный график. Здесь какие соглашения заключаются? Относительно моей занятости. Ну, вообще, то есть вы уже знаете график на, допустим, 2-3 месяца, когда вы должны быть в Москве, сколько вы будете проводить времени вместе, репетиции там и так далее? На весь съемочный процесс шоу «Голос» он расписан прямо по месяцам, по в точности до определенных дат, когда съемка этого этапа, этого этапа. То есть этапа, вы уже сами планируете свою жизнь, зная, что... Назад дороги нет. Да, после слепых прослушиваний я открываю этот документ. По традиции мы идем с всей семьей в Якиторию. И мы открываем документ. В общем, мы смотрим следующий этап, значит, поединки. Ага, едем вот такого-то числа, такого-то репетицию, такого-то фонограф. Фонограф — это студия Сергея Сергеевича Жилина. Вот оркестр. И вот, надеюсь, и вся семья то, начинает что после работать. Поединков я опять посмотрю этот документ. Хорошо. Мы вам очень этого желаем. Технический момент еще такой интересует. Что будет, можно ли об этом рассказать, что будет, если в процессе этого шоу вы откажетесь по разным объективным причинам? Будь то состояние здоровья или просто нежелание дальше принимать. Если честно, я не читала. 100% это написано. Вот, надо дочитать, обязательно найти этот пункт 2.1.2.2.2.3. Это же настрой, да, не показывает. Все равно принимать участие. Мы желаем вам удачи, будем следить за всем происходящим на этом проекте, на котором уже не один красноярец побывал. Пусть все сбудется запланированное. Ну а мы продолжим эфир.